Что бы я выделил в этой части? Одна переменная, которая позволяет кому-то сломать это. Саба, засранец, я говорил тебе. Вот он. Йоу, как ты там? Жизнь в порядке? Я в Сан-Франциско, собираюсь в штаб-квартиру и потом улетаю в Лос-Анджелес ночным рейсом в Майами. Окей, хорошо. Хорошо, увидимся завтра. Я еще звякну. Хороших встреч. Все, пока. Эти первые дни. Первые дни создания чего-либо. О, выражаю благодарность каждому, кто комментировал. Спасибо, что просвещаете меня. Это четвертая стена, Дирок. Это не третья. Четвертая стена, которую я ломаю. Это вообще логичнее. 4, 1, 2, 3. Теперь понял. Я был прав, ты ошибался, что... Ты был прав. Он был прав, да? Ну не, он как будто из будущего. Что? Он из будущего. Будущее, понял. Он всегда прав. О, Дирок. Не знаю, почему ты подкрадываешься к моему дерьму, но... Да, время от времени я делаю действительно невзрачные твиты. Я давно их не делал, мне нужно вернуться в мои 2009, 10, 11. В основном это время от времени... Что-то, что я говорю прямо, что... Я хотел бы напомнить через 7-8 лет. Я думаю... Я мог понимать на протяжении многих лет поведение потребителей, как люди реагируют, чем они озабочены. Думаю, я в шаге от того, чтобы сделать что-то интересное. Во множестве разных жанров. И я думаю об этом как о взломе культуры. Точно, я думаю о... Знаете о формирующейся культуре и как проникнуть в нее и внести свой большой вклад? Я использую слово «взлом» в положительном смысле, понимаете? Считаю, большинство из хак-культуры Силиконовой долины создали несколько величайших продуктов в мире. Будь то Uber, Facebook, Airbnb, Google. Возвращаясь к прошлому. Так что... Да. Думаю, я твичу всякое иногда, над чем потом можно будет посмеяться. Поэтому пребывание в Силиконовой долине сейчас настраивает меня на термин «взлом». И... Да, это оно. Какой из этих ты хочешь? Ты о чем? Они спрашивают? Иди. Поднимись. Первый и третий. Этот и... Вот этот. Хорошо. И третий. Если есть только один. Это твой ребенок? Да. Голый. Поет. Смотри, много вещей изменилось со времен, как я написал «Сломай это». В основном факт того, что когда я написал это, никто не понимал, о чем я, черт возьми, вообще говорил. И теперь это принято в нашем обществе, что, знаете, если вы лучший эксперт в, типа, телешоу «Альф», то социальные сети нашего мира стали настолько большими, что теперь это не только в одном YouTube, что у вас... Есть все эти разные платформы, позволяющие вам собирать аудиторию и этим зарабатывать на жизнь. То есть количество людей, зарабатывающих 6 цифр в год в Инстаграме, непостижимы никому, кто не заглядывает под капот. Изменяющийся маркетинг сейчас фундамент нашего общества, и это стратегия монетизации, которая была очень сложна для понимания многим людям в прошлом. Всего немного... Мог и не выходить оттуда. Иди обратно, Тай. Всего немного прошивок новостей бизнеса. Ничего плохого, просто старая добрая школа бизнеса. Но я был тихим где-то 17 минут. Полностью изменил атмосферу нашей поездки.
Я превращаюсь в аэропортного Гарри. Когда это... Оно было на мне, ладно? Это круто? Стеф, я скажу тебе, что было действительно для меня очевидным со времен «Слома это». Это с 7 вечера до 2 утра. Это все. Когда я говорю «это все», типа «мы только собираемся быть такими хорошенькими, мы только будем такими смешными, мы только будем такими харизматичными, мы только будем такими талантливыми в том, чем занимаемся». Без вопросов. Переменная успеха в последней декаде, где я стал ребенком с плаката. Предпринимательство, и «Слома это», и мошенничество. Люди, вытеснившие с работы других, преуспели в более высоких переменных. И я уверен, мы еще услышим эти истории, в которых мы представляли людей, которые сломали это. По сути, хочу сказать что-то как 7 октября 2009, не знаю дату публикации книги, до этого дня. Я работал. Настолько тяжело, настолько много. Больше, чем я написал в «Сломай это». И я документировал это в Daily V Vlog. Нехватка терпения, так как много людей настроены против «Слома это», была причина провала многих. Если вы читаете эту книгу, и вы начали что-то в 2010-м, так как «Слома это» мотивировало вас, и вы провалились, я убежден, что вы не очень вкладывались в работу, или вы делали это против желания, или вы просто недостаточно талантливы. Но то, что вы можете контролировать больше всего, ваша трудовая этика. И когда я проверял людей в течение прошлой декады, которые не добились успеха, они не работали настолько упорно, насколько следовало. С 7 вечера до 2 утра – настоящая дискуссия. С 7 вечера до 2 утра мы работаем только для вас. Поддержите нас лайком и подпиской. Спасибо. Переведено и озвучено студией «Тремпель».